А мы создаем вообще глобальную компанию, ребята. С партнерской программой это построить глобальную компанию можно, ребята. И вот это у нас уже происходит, ребята. Вот что хочу сказать. Давайте, друзья мои, по выводам еще. Я хочу еще вам показать цифры. Цифры. Кто самый, то есть такой прям вот настойчивый, молодец, до конца досидел. Сейчас вот прямо я покажу, что у меня есть на доске. Покажу прям конкретику вам, ребята. Хорошо? Вот так вот поставлю. Смотрите, друзья. Донесу до вас суть такую сетевую. Смотрите, на Земле живет. Смотрите, как глобально мы берем, компания наша. Мы смотрим, сколько на Земле живет миллиардов. Ведь всем нужно счастье, ребята, да? На Земле живет 6-7 миллиардов людей на Земле. Так, беру статистику такую. Ребят, что мы даем, ребята? Мы даем человеку счастье, тренируем, да? Но еще мы даем профессию сейчас. Профессию, возможность человеку зарабатывать. Возможность содержать свою семью. Возможность самореализоваться. Возможность зарабатывать много. А когда индустрия рождается, как Apple, то есть первый, кто приходит в эту индустрию, те становятся доллар миллионерами, миллиардерами. Вот чтобы попасть, чтобы выиграть, чтобы бинго в твоей жизни было, счастье, нужно найти новую индустрию, залететь туда быстрее. И быстрее там воплотиться, ребята, стать профессионалом. Возглавить перемены на Земле, не гнаться, не конкурировать в старых индустриях, там, продавать что-то там, кубики там, еще что-то, ребята, а возглавить перемены, что-то новое делать на Земле, и очень нужное, за что люди готовы платить, а люди платят, доходы видели, слышали, ребята, поехали дальше. 6-7 миллиардов людей на Земле, ребята, то есть Forbes, вот в журнале Forbes, январь, кто найдет этот журнал, посмотрите, ребята, там была опубликована статистика, что в России 72% сейчас населения ищет новую работу. И, естественно, большинство ищет в онлайне. То есть, ну, устали люди, то есть, да, от пандемии и так далее. Как обезопаситься? 72%. В США, по статистике, 50%. Если взять глобально, ну, давайте так, 50% по всему миру возьмем. То есть, да, вот где-то меньше, где-то больше, в среднем, ребята, да. Это, ну, да, меньше даже 50% слегка. Это 3 миллиарда. 3 миллиарда людей сейчас ищет работу. Какое-то дело. И среди них очень много лидеров, педагогов, предпринимателей, да, лидеров сетевиков, которые там, ну, устали уже биткоин, туда-сюда, ребята, ну, за 100 тысяч работают, ну, за 200 тысяч, это копейки, ребята. Да, ребята, то есть, и они на эти доходы вышли там 2-3 года, 4 года, ребята. То есть, а здесь у нас с первого месяца можно выйти лидеру. Первый, второй месяц уже 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, ребята. Вон у меня Александр Назаров, то есть уже на полмиллиона вышел за 3 месяца. За 3 месяца на полмиллиона вышел с нуля. Не сетевик, просто там парень в Сочи. Друзья, то есть на своих лидерских качествах, на педагогике, помогает людям стать счастливыми. Методика помогает ему это делать, то есть, ребята. 70% ищет, ребята, 3 миллиарда, ребята. Ну, пускай мы уберем сейчас африканские там страны какие-то там уже, там очень много там, да, оставим 1 миллиард. 1 миллиард ищут сейчас работу. 1 миллиард гарантированно ищут сейчас работу. Ну, естественно, из них, ребята, ну, мы всех не охватим. Ну, никак. То есть, мы всех не охватим, да, то есть, за год, два, три мы всех не охватим. 10% давайте возьмем. 10% скажет, я хочу быть педагогом, я хочу помогать, не хочу пока, ну, там, кто-то пойдет пирожки печь, кто-то пойдет там какие-то бизнесы запускать, производства какие-то и так далее, ну, ищут новое дело, то есть, да, кто-то туда пойдет, то есть, компьютеры продавать, робототехнику пойдет, а про людей-то забыли, робототехники много, а вот надо людям дать. И 10%, ребята, это 100 миллионов интеллект-тренеров. 100 миллионов интеллект-тренеров, ребята. 10% от миллиарда. А у нас есть еще армия, 3 миллиарда людей, которые сейчас в депрессии, в стагнации, которым нужна поддержка, которых нужно тренировать. 100 миллионов – это 10 человек тренирует в месяц, 100 миллионов интеллект-тренеров. 10 человек тренирует, то есть, да, 10 человек. Вот, пожалуйста, за один месяц миллиард людей тренировали. Миллиард людей тренировали. По одному доллару по партнерской программе – $100, ребята, там это, если посчитать $100 абонемент, это космические деньги. Да по одному доллару с партнерской программы придет, это какие деньги, ребята, с миллиарда? Миллиарды, ребята. Вы вдумайтесь только в это, ребята. А как все это формируется, ребята? То есть я сейчас еще прорисую немножко так, смотрите. Вы же, кто знает партнерство, кто не знает, ребята, спросите у своих друзей. Вот ты один, ты десятерых научил интеллект-тренеров. Эти 10 научились... еще десятерых. Эти научили еще десятерых по партнерской программе. У меня вот так вот сейчас идет. Где-то у меня сейчас вот в таком диапазоне где-то вот тут. От 3 там тире до 2 тысяч, до 1000, то есть тренеров, у меня уже вот такой доход, ребята. Дальше идет, ведь это же не остановить. Я не могу даже, я сейчас это даже захочу, не остановлю. Люди людей обучают, люди людей обучают. 10 тысяч, ребята. 100 тысяч. То есть, да, то есть. 100 тысяч, миллион интеллект-тренеров.
10 миллионов. И вот, пожалуйста, 100 миллионов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ступеней, можно сказать, да, так произошло. И это произойдет неизбежно, ребята. Ну, представьте, если вот сейчас вот не если, а это экстраполяция, ребята, счастье людям нужно. В конце года будут чеки $1 миллион США в месяц. Это будет транслироваться в Инстаграм, в Ютубах. Думаете, я не пойду к Дудю, что ли, не проведу какую-нибудь встречу с ним? Да я ему $100 тысяч заплачу и проведу с ним интервью. Думаете, меня не увидят миллионы? Или моих учеников не увидят у других интервьюеров на других телеканалах? Увидят, где мы рассказываем про суперджамп. Думаете, Мария Шукшина не пройдет тренировку? То есть пройдет, ребята. Думаете, Леонардо Ди Каприо не пройдет тренировку? Они пройдут. Думаете, Олбра не будет кричать с телевидения? Ребята, суперджамп, это круто! Семья счастливая, все в счастье, ребята. Будут, ребята, пройдя тренировку суперджамп, когда они познают это, что это просто и очень эффективно. Ребята, деньги, они делают много тоже, ребята. И нам деньги нужны для того, чтобы нас услышали, интеллект-тренера. Чтобы мы принесли счастье максимальному человечеству. И вот сейчас мы вот это, ребята, сингулярность эту запустили, вот не так, вот так, запустили, ребята, то есть, и она начинает набирать обороты. Сейчас где-то вот мы вот в этом диапазоне, ребята, вот наша ассоциация растет, ребята. И это, ну, кто знает, что такое партнерская программа, это как снежный ком. Нарастает. Сейчас есть задача, ребят, у нас два продукта. Человеку помочь выйти из депрессии, стагнации, и профессия, новая профессия. Помогать людям, продавать эту профессию, помогать людям, то есть, да, быть ментором, наставником. Все очень просто. Доходы вы все видели, друзья мои. Много уже говорить не нужно, то есть, ребята. Теперь что хочу сказать, друзья мои. Я простой человек, как и вы. Я в школе учился, я двоечник-троечник, друзья. Честно скажу, то есть, да. Генри Форд, кстати, тоже с ошибкой мешал даже, то есть, да, и так далее, ребята. Обыкновенный человек, такие вы, друзья мои. Но мне, знаете, повезло, и вам сейчас сегодня повезло, вы про это услышали. Мне прилетела возможность, понимаете, реализоваться, зарабатывать на лидерских качествах, понимаете? Мне прилетела возможность, это методика, я ее запустил, начали запускать, как первопроходец, да, и сейчас у вас есть возможность зайти сюда и быстро выйти на доходы хорошие, помогать своей семье, зарабатывать на лидерские качества, на своих опыте, на книгах, быть гуру для своего окружения, для своих друзей, для своих родственников, для просто людей, которых в Инстаграме, ребята, быть гуру, помогать им быть счастливыми, взять методику, да, и запускать свою, у каждого у нас суперджамп, у каждого своя авторская школа, потому что суперджамп это как, знаете, упражнение, это как скелет, а мясо это ваша мудрость, это ваши знания, это ваши прочитанные книги, и вы на этом начинаете зарабатывать, на своих ценностях, представляете, как круто, здорово, вот я сейчас говорю, Роберт, это какое-то волшебство, да это такое бывает, что ли, ребята, бывает, если вы сейчас будете немножко прозорливы, послушайте не мозг свой, который, да ладно, ерунда какая-то, а вот свою душеньку послушайте, ребят. Я вам предлагаю сейчас прям залететь, ребята, к своим друзьям, пройти тренировку в суперджамп. А кто-то из вас очень шут, ребят, скажет, ну-ка, давай покажи партнерскую программу, ну-ка, давай объясни, как тут деньги зарабатываются, ну-ка, давай еще что-нибудь покажи. Показал, купит быстро лицензию и быстро начнет уже в статусе интеллект-тренера уже проходить тренировку, обучится и запустит свои собственные суперджампы и будет помогать людям. Друзья мои, будьте на связи с теми людьми, кто вас пригласил, кто вам кинул ссылку, во-первых, то есть, да, к ним обратитесь, вот прям пойдите по этой цепочке, в Телеграме, в WhatsApp, там, ребята, обратитесь, да, в Инстаграме напишите. Друг мой, хочу знать, как попасть к тебе на тренировку, сколько это стоит, как стать тренером, сколько это стоит, как зарабатывать деньги, задавайте вопросы, ребята. Тот, кто задает, тот все получает. Понятно, друзья мои? Все просто, друзья. Ну что, друзья мои, родные сердца, всех вас крепко обнимаю, ребята. Я постарался быть максимально лаконичным. Вот за 1:20, ну, справился вот так вот. Ну, что теперь сделаешь? И так и в голове у меня, в принципе, немножко укладывается. Вот мысли материальные, то есть, да, друзья мои. Друзья, скажу так. Хочу знать, вот пишут уже. Ребят, пишите, я говорю, не здесь, а пишите сразу же сейчас. Кто и кого я пригласил, ребята, пишите мне прям сейчас в Телеграм, там, да, вот в Телеграм очень, в WhatsApp пишите. Можете прям написать там, ну, вот лучше там, потому что оттуда ссылка у меня шла. И своим людям, ребята, кто вас пригласил, тоже сейчас прям пишите. Заходите к ним на суперджамп. Ребят, скажу так, ребят, методика, она простая. У любого тренера, которого вы проходите, ребят, у них своя авторская школа, своя. Это ваши люди, которые вас пригласили, то есть, да, вы по типажу подходите друг другу. Поэтому проходите там. Методика работает, как, знаете, фитнес. У этого тренера проходите, у этого упражнения одни и те же. И они все работают упражнения, как в фитнесе, как в йоге, ребята.
Делаешь упражнение, есть эффект. Не делаешь упражнение, нет эффекта. Все просто. Друзья мои, так что залетайте, проходите, берите это конкурентное преимущество в свою жизнь сейчас для своих детей, для своего здоровья, для бизнеса. Кто-то из вас будет постоянно просто тренироваться как в фитнесе, как в йоге у своего тренера, ну, полюбив эту систему, то есть, да, поняв, что он улучшает. А кто-то станет тренером, друзья мои. Кто-то станет тренером, скажет, я все, я лечу с вами, я хочу возглавить перемены, я хочу быть долларовым миллионером, я хочу зарабатывать много, я хочу помогать людям, я хочу заниматься благотворительностью, мне интересно освоить какую-то новую дисциплину, новую профессию, то есть да, иметь новую профессию, еще одну профессию иметь в своем рационе и быть более конкурентоспособным и не конкурировать ни с кем. Ребята, мы не конкурируем ни с кем, ребята. С нами невозможно говорить. Мы создали новую индустрию. Нас потом догонять будут, ребята, другие компании. Все, люблю вас всех, крепко обнимаю. Всех вас с величайшим ростом, друзья мои, с величайшими возможностями, ребята. И запомните, выигрывает тот, кто делает, а не тот, кто много думает. Запомните, ребят. Через делание происходит знание, опыт, ребята, то есть, да, и понимание выбора. То есть, да, выигрывает тот, кто делает. Все, ребят. А всегда делают где-то 10%, 20% так вот где-то так вот стараются к чему-то. Ребят. Попадите вот в эту когорту, ребят, это лидер, победители. Лидеры, они действуют. То есть, понимаете, то есть, да, не останьтесь на том уровне, где вы были. Все, родные сердца, люблю, всех обнимаю, полетели. Увидимся, услышимся на суперджампах, друзья.